Если Запад разжигает войну, вновь усиливая Армению, то Турция будет на стороне Азербайджана. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Турции, глава турецкой делегации в Паната, Мивлют, Чевушаглу. Отсюда я хочу сказать это и Армении. Армении не принесло никакой пользы то, что до сих пор на протяжении 30 лет эти страны. Запад оказывали Армении неправильную поддержку, заявил он. По его словам, если их цель снова состоит в том, чтобы усилить Армению и спровоцировать войну, Азербайджан тоже не одинок. Он никогда не останется один. Турция всегда рядом с ним. Все наши компании были здесь. Здесь компании нашей оборонной промышленности. Мы, конечно, поддержим Азербайджан. Невзирая на многочисленные территориальные претензии Баку, озвучиваемые на самом высоком уровне в Азербайджане, чего Шаглу заявляет что Азербайджан не претендует на армянские земли. Ему нужна была своя земля, которую он вернул, отметил бывший министр. Он заявил, что Турция будет и дальше помогать Азербайджану в случае войны и подтвердил, что Анкара рассматривает Азербайджан как свою собственную территорию. Чего Шаглу добавил, что Запад даст что-то одно, то Турция даст Азербайджану втрое больше.